Приветствую всех, кто меня смотрит. Меня зовут Владимир Белей, я гражданин Украины. Проживаю в городе Белая Церковь Киевской области. Пенсионер по инвалидности в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС. Поэтому знаю, что такое беспомощность, боль. Не только физическая, но и душевная. Ощущение безысходности и в одночасье необыкновенное желание не существовать как растение, а полноценно жить. Именно такие люди, которые сами или их родные, близкие, знакомые, прошли через такие испытания судьбы, как никто другой знают, что такое сострадание, поддержка и помощь. Как они необходимы, когда речь идет о жизни и смерти. Поэтому для меня важным в проекте GoBlind является Международный благотворительный фонд помощи детям всем миром, целью которого является оказание материальной помощи детям с онкологическими заболеваниями. При этом благотворительность не ограничивается только переводами участников системы GoBlind, а фонд принимает пожертвования от всех желающих лиц. В наше современное время мы набрали скорость, чтобы везде и во всем успеть. Но при этом, на самом деле, мы замкнулись в себе, в своих проблемах. Мы много думаем, но, к сожалению, мало чувствуем. Особенно чужую боль. Алчность незаметно отравляет души людей, воздвигая барьеры ненависти и зависти. Нам нужны не только новые технологии и машины, но и человечность, доброта, чтобы в жизни не властвовали жестокость и холодный расчет. По этим причинам я захотел попробовать себя в проекте. Мне нравится участвовать в нем и нести добро людям. В GoBlind я 8 месяцев, и моя команда состоит из участников 14 стран мира. Раньше, работая на разных работах, я не мог позволить себе и своей семье путешествовать и узнавать мир. А участвуя в проекте, мои желания и мечты стали воплощаться в жизнь. Мне открылись новые возможности и пути к другим, более глобальным целям. Я считаю, что проект GoBlind дает возможность не только улучшить свое благосостояние, но и подарить надежду отчаявшимся семьям и жизнь многим детишкам нашей планеты. Система продумана так, что взывает людей к сплоченности, братству и доброте. Я и все мои участники команды твердо верим в то, что зависть людей к успехам и достаткам других пройдет, алчность умрет. Потому что мы хотим жить счастьем других людей, а не их страданием и отчаянием. Видеть улыбки здоровых детишек и счастливых родителей. Если вы тоже этого хотите, присоединяйтесь. Мы будем рады. А мир станет еще человечнее и добрее. Желаю всем успеха и удачи.